Hello, my friends. What were you doing on the 25th of July? Привет, друзья. Что вы делаете 25 июля 2020 года? I'm going to Black Lake. Я иду на Черное озеро. В России все еще существует режим самоизоляции в связи с пандемией. Но наконец-то поступили радостные новости, что с августа открываются первые международные вылеты. Это Англия, Турция, Танзания. Это очень радует. Наконец-то мы сможем вылететь теплые страны, к морю, купаться, загорать, наслаждаться жарой, теплом, чистым морем. Это здорово, ребята. Ну, а пока 25 июля, и мы находимся у себя в своем городе Перми на Черном озере. Любят очень местные люди, приезжают сюда на велосипедах, на автомобилях, ну, вниз спускаются только пешком к самому озеру, купаться на нем. Но любители Бахуса, адепты Бахуса, а также некоторые дети с удовольствием купаются здесь. А остальные просто играют. Да, Кирюша? Да, я играю. Вот я с той водой. Ты водичкой играешь? Да. Ай, ты молодец какой. Ну-ка, покажи, как ты играешь. Вот умница. Красота тут у нас растет. Насладитесь, друзья, 25 июля шумом ветра, природы.